Сегодня вечер 29 декабря 2018 года, а именно 7 часов, и я переезжаю из Букитинги в столицу острова Суматра, Медан. Если забегать наперед, то скажу, что расстояние в 700 километров от Букитинги до Медана мы преодолели за 25 с лишним часов. Да-да, вы не ослышались. 25 с лишним часов я провел в дороге, чтобы доехать до столицы Медана. В качестве транспортного средства был минивэн на 7 мест. Кондиционер отсутствовал, так что было немножко жарковато. Поездка обошлась мне в $30 США. Во время путешествия мы делали несколько остановок для того, чтобы подкрепиться и отдохнуть. Если не брать во внимание всю тяжесть самого переезда, то красота Суматры, которую я видел за окном, очень и очень порадовала. Кстати, для сведения, так как Букитинги находится в южном полушарии нашей планеты, то есть в нескольких десятках километрах от экватора, то я сделал путешествие с южной части планеты в северную. Дороги, конечно же, очень и очень плохие. К тому же, это постоянные серпантины и подъемы и спуски. Так что, тем, у кого слабый вестибулярный аппарат, такое путешествие не советую. Даже я сам, будучи с нормальным вестибулярным аппаратом, некоторое время сдавался. И мне казалось, что вот-вот не выдержу и меня вырвет. Но, слава богу, все обошлось. Так что рекомендуемый мною маршрут. Если вы прилетели в Медан, то можете смело отправляться в Берастаги, потом озеро Тоба, потом тоже Букитинги, но с Букитинги в Медан обратно возвращаться не рекомендую. Лучше переедьте в Парапат, а оттуда на самолете вы смело можете отправиться или в тот же самый Медан, или в Куала-Лумпур. Кстати, если вы желаете из Парапата попасть в Бангкок, то это нереально. Такого самолета Air Asia не предлагает. А вот сейчас мы застряли, кстати, на самом худшем участке дороги. Здесь в связи с очень сильными ливнями дорогу просто смыло, и это сплошной беспредел в виде камней и обвалов. С одной стороны гора с джунглями, а с другой стороны просто обрыв. И мы проезжали буквально в нескольких сантиметров от этого обрыва. Я его показывать, конечно же, не буду, чтобы никого не волновать. Это другая сторона медали, то есть скала с джунглями. По мере проезда маршрута от Букитинги до Медана религиозные предпочтения народностей меняются. В Букитинге, например, 90% это мусульмане, а уже
озера Тоба и Берастаги – это в основном крестьяне-протестанты. А вот сейчас мы проезжаем один из больших городов на Суматре, и они выглядят вот так. Климат Суматры очень мягкий и влажный, поэтому даже если температура в районе 30, то она переносится здесь очень легко, так как влажность компенсирует жару. Так как Суматра находится в экваториальной зоне климата, то зимой здесь идут дожди. И вот, когда я был на этом острове, то почти каждый вечер обязательно шел проливной дождь. Но это никак не портило мою поездку, так как на утро уже все подсыхало и можно было смело гулять до следующего вечера. Вечером, конечно же, лучше находиться где-нибудь в районе отеля. Дожди здесь очень сильной интенсивности. А сейчас вы видите горы Дуриана, который здесь в очень большом почете, и его здесь продают буквально везде. Это, кстати, еще один большой городок Суматры. Так как Суматра это в основном горные вершины и джунгли, то всякие равнины полностью разделены под разные сельхозкультуры. Как вы можете заметить из многочисленных построек с крестами, мы сейчас находимся в районе озера Тоба. Вот, кстати, оно за окном, и здесь живут крестьяне-протестанты. В районе озера Тобы в основном равнина, и только в нескольких километрах от озера его окаймляет огромные горные вершины. Это кратер бывшего мегавулкана. А это типичные постройки батаков. Правда, здесь их на сегодняшний день осталось очень и очень мало.
вечеру нашей поездки в пути нас застал сильный ливень, который длился порядка часа. Как вы можете видеть, большая часть жителей Суматры живет вот в таких вот неказистых домиках, и большое количество их занимается тем, что пооткрывало небольшие магазинчики и продает в них всякую мелочь. В целом Суматра довольно дешевый для жизни остров, и здесь смело можно оставаться даже на зимовку. Люди здесь в основном приятные и добрые, если нужно, подскажут, помогут и расскажут. Суматра мне очень и очень понравилась. До Медана мы добрались в районе 9 часов вечера следующего дня, то есть 30 декабря. И я выбрал в качестве хостела объект, который находился буквально в 14 километрах от аэропорта, для того, чтобы просто отдохнуть от этой длительной поездки. Что я в результате и сделал. Никуда не ходил, просто 2 дня отдыхал в своем хостеле. Так что 30 и 31 декабря у меня были в хостеле в районе аэропорта Медана. Вот это мой номер в отеле Куала Наму Гвест Хаус. Вот такой вот он. Это кухня. Это ванная. Don't ever forget your golden. I will find the light in your soul.